Да. У меня обращение к Кадырову. Круто играешь. Я тоже. Легко обыгрывать престарелых итальянцев, когда есть русский, молодой мужчина, который может показать, как нужно бить серию пенальти. Я предлагаю именно серию пенальти. Мы схлестнемся, мы выясним, кто круче. Любое время, место, какое вам удобно. Я приеду куда угодно. Я готов. И мы выясним, кто сильней. Чао. Рамзан Ахматович, я извиняюсь перед вами. Я не хотел, ну, как-то вас оскорбить. Я просто...